Всем привет! Сегодня займемся очисткой фильтра кондиционера в автомобиле Kia Rio. Для этого нам необходимо открыть бардачок. Здесь есть вот такие по бокам защелочки. Слева и справа. Значит, эти защелочки необходимо провернуть для открывания бардачка против часовой стрелки. Сейчас открою. Так, провернул я их полностью. Вот бардачок открывается полностью. Вот такие защелочки стоят. Проворачивать необходимо против часовой стрелки. Так, далее у нас на фильтре тоже стоят защелки. Вот там, где зеленая точечка. Отщелкиваем и достаем фильтр. Вот достается такая крышка. По бокам вот эти защелочки нажимаем с двух сторон. И на себя достаем крышечку эту. И вот мы добрались до фильтра кондиционера. Вот он, красавчик. С зеленой полосочкой. Air фильтр написано. Достаем его и смотрим на его состояние. Так, вот я его достал. Вот он в таком ужасном состоянии. После осени, зимы. Этот фильтр необходимо заменить. Так как он уже свое отработал. Если же у вас в более лучшем состоянии, берете, выходите на улицу. Гараже это не рекомендуется делать, потому что будет очень много пыли и грязи. Выходите на улицу, берете щетку, выметаете все оттуда. Пылесос можно на вытяжку. Да, с него прям пыль сыпется. Выстукиваете. И все обратно вставляете, защелкиваете. И будет вам счастье на этом. Вот, кому было полезно видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи на дорогах. Пока-пока.